Областной онкологический диспансер лишен возможности полноценно лечить больных. В учреждении отсутствуют химиопрепараты. Проблема острая для всей страны, но в Одессе таких лекарств нет совсем. В областной администрации знают о катастрофической ситуации, но будет ли удовлетворена заявка диспансера на закупку медикаментов, неизвестно. Химиопрепараты по всей стране не закупались по заявкам за 2015 год. И у нас на сегодняшний день в онкодиспансере бюджетных химиопрепаратов, к сожалению, нет. Это необходимо. И в принципе мы уже послали такую горячую заявку в обладминистрацию. Идет процедура сейчас выделения денег под эти препараты. Когда она будет проведена, тогда мы сможем об этом говорить. В диспансере также рассчитывают на помощь обладминистрации при закупке нового оборудования для поликлиники. Спецификация нужной аппаратуры уже поступила в облздрав. Сейчас идет подготовка к ремонту помещений первого этажа. Туда планируется переместить профилакторий. Необходимо обеспечить диагностическим оборудованием, современным эндоскопическими, УЗИ-аппаратами, рентген-аппаратами. Это планируется закупаться по областной программе здоровья. Если она будет утверждена и проведена на сессии областного совета, то все распланировано, спецификация уже подана. Нынешние же условия и состояние оборудования не позволяют проводить профилактику онкозаболеваний на должном уровне.